песню победительницу. Как знать? Итак, Кончита Вурст. Rise like a phoenix. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of throw us down, but we're gonna Кончита ля комедия, абсолютные друзья. Ну что ж, Россия заняла 7-е место. У нас 89 баллов. Австрия выиграла, Нидерланды на второй позиции. Далее Швеция, Армения, Венгрия, Украина 6-я. Чем мы поздравляем, конечно, Украину. И мы на 7-м месте в данном случае. Норвегия 8-я. Вот восьмерка сильнейших. Ну что ж, спасибо, друзья. В следующем году Евровидение 2015 пройдет в Австрии. В каком городе мы пока не знаем, но надеемся, да, что пройдет все ярко и красиво. Итак, дальше в прямом эфире телеканала России сестры Толмачевы. Всем огромное спасибо. Дружная наша команда. Теперь уже до встречи в Москве. Это был Евровидение 2014. Ольга Шелест. Дмитрий Губерниев. Кто-то скажет, что наказание вот так вот. А с другой стороны, наверное, радость и определенный экспириенс. С точки зрения комментария. Ну, кто-то же должен был это комментировать на русском языке. Ну, работа у нас такая. Работа у нас такая. Спокойной ночи, друзья. Всего вам доброго. И оставайтесь с каналом «Россия». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Борис Корчевников сейчас врывается в ваши голубые экраны, друзья. До свидания. Счастливо.